Всем доброе утро! Сегодня в Мурманске у нас это 10 февраля 2024 года. 22 градуса мне сказали, ну где-то так и есть. А было по 30, да? Вот, поэтому у нас сегодня небольшая группа, небольшое потепление, небольшая группа, потому что мы вообще договаривались ниже 20 не заниматься, ниже 15. Вот. Но тем не менее, сегодня китайский Новый год. У нас, слава богу, на Руси много новых годов. Один из них китайский, сейчас как признали. И год дракона, поэтому мы сегодня уделим внимание практике столба Сян Лун Жуан, который очень положительно влияет на поясницу, на спину, тазобедренные суставы. Перед началом, ну мы уже сделали, я кратко напомню, обязательно нужно сделать разминку. Можно комплекс сделать, можно отдельная разминка. Вот такие вращения сделать для тазобедренных суставов, для поясницы. Колени обязательно размять, повращать. Вот. В целом, все тело, конечно, наклончики. Вот это советское упражнение, зарядка, скручивание. Вот. Помните, такое тоже давало. Раз-два, раз-два. Вот, то есть в целом обычную разминку. Ну и я рекомендую вот на 4 счета, вот это наше упражнение, которое мы в Кёкусинкай карате очень любим. И уже с 10-го кю, с белого пояса, все должны уметь его делать. 4 уровня, хорошо разогреваются тазобедренные суставы, все тело, колени. Вот, и когда вы достаточно размялись, давайте я кратко напомню, а потом ссылочку в описании оставлю, где более подробное описание. Вообще под руководством мастера, опытного инструктора все это делается. Итак, правая стопа у нас будет стоять прямо. Делаем небольшой шаг левой ногой. Ширина здесь будет небольшая, ну примерно вот такая. Ширина стопы, не больше. Или почти на одной линии. Сделал небольшой шаг и развернули левую стопу в сторону, ну получается такая буква Г в обратную сторону относительно вот этой стопы. О, теперь убедимся, что сзади стопа, правая пятка у нас прижата, нога сзади выпрямлена, а вот переднюю ногу немного сгибаем и переносим вес тела чуть больше вперед. Ну, пропорция 6-4 примерно. И проверьте, что колено примерно на стопой нависает, чтобы не было вот такого движения назад. Если не получается на 90 градусов, ну, насколько возможно, сделайте. И немного наклонимся вперед, так, чтобы бедро и спина были на одной линии. Почувствуйте это положение. Теперь я пока руки даже не трогаю, чтобы сосредоточиться, как у нас тело. Я одновременно с наклоном поворачиваюсь назад, так, чтобы увидеть пятку свою. Но при этом шею перегибать не надо. То есть вокруг своей оси повернулись. Между макушкой и сзади стопой такое натяжение должно быть. Натяжение, и вот видите, уже такое есть скручивание одновременно. Натяжение со скручиванием. Но когда почувствовали это положение, сильно не надо. Мы тогда обратим внимание на руки. Ладони направлены вниз. Передняя рука на уровне груди, а задняя на уровне тазобедренного сустава. И между запястьем, между ладонями тоже как будто есть пружинка. То есть растягивающая. Не надо их близко ставить. Вот, проверьте, что плечи опущены. И вот в этом положении мы одновременно немножко растягиваемся между макушкой и стопами и подкручиваемся. Больше работы именно в пояснице. Очень маленькая амплитуда вот этих микродвижений. И не забываем о дыхании. Плечи расслабили. Это самое базовое пока, начальное такое. Линия. Ага. Вот, много не надо. Аккуратно распрямляемся, одновременно поворачиваемся. И вот так вот стопами. Я люблю такую смену делать. Перебираем. И вот уже буква Г в эту сторону получилась. Теперь сзади пятка прижата, нога выпрямлена левой ноги, а правая чуть подсогнута. О, нашли положение, шею проверили, чтобы не было перегибов, пятку увидели. И теперь ладони ставим. Теперь левая на уровне груди, а правая на уровне тазобедренного сустава. Натяжение и скручивание легкое в зоне комфорта такого.
где-то на каждую сторону не больше минуты рекомендую. Вот, можно несколько подходов сделать. Фансум, правильное расслабление, плечи проверили, что нет напряжения. Вот таким образом. Почувствовали все тело, поясница, пятка сзади прижата, проверили колено здесь. Аккуратно раскрутились. После первого подхода рекомендую отдохнуть немножко, повращать, успокоить, восстановить дыхание. И так можно сделать несколько подходов на каждую сторону и таким образом потихонечку улучшать гибкость подвижных суставов. И это у нас называют деревянный год деревянного зеленого дракона. Вот, и многие люди, они такие зажатые, деревянные. Особенно с возрастом эта деревянность увеличивается. Вот. Деревянные в Китае означает, что это дерево растет, расцветает. Но есть обратная сторона, когда люди зажаты. И поэтому, чтобы работать с этой деревянностью и сделать тело более подвижным, спину, поясницу более податливой, гибкой, комфортные, вот нужно делать вот эти упражнения. Вот. Ну а мы пожелаем вам в небольшом составе подходить сюда с наступающим, уже с наступившим Новым годом китайским. Сегодня у нас не вся группа, но тем не менее те, кто самые закаленные, минус 22 градуса, а что вы хотите? Вот. С Новым годом, счастья, удачи, много новых годов у нас, и пусть каждый приносит вам радость, счастье, благополучие. Всего хорошего, до свидания.